Ой. Так. Презентация у вас? И где эти самые бестселлеры? Мне на подарок надо. Так а мы практически уже все распродали. Двухтомник немецкого философа-метафизика Людвига фон Фейербаха. Как раз подарочное издание. Кого? Вы серьезно? Конечно. Это очень серьезные книги в потрясающем кожаном переплете. Хотите взглянуть? И вам удалось распродать этого Людвига фон... Да кому это сейчас нужно? Ну, во-первых, нужно уметь продавать. А во-вторых, это будет нужно всегда. Да вы сейчас сами увидите. Кристиночка, покажи двухтомничек, у нас покупатель. Вот так вот, вот так вот двухтомно. И сколько стоит? Всего 1000 рублей за 2 тома. Уже беру. Благодарю. Ну, можете пощупать прекрасный кожаный переплет, великолепное тиснение. Пожалуйста. Так, все понятно. А еще что-нибудь есть на подарок? Еще есть Гегель. Гегель? Тоже Людвиг фон? Не, Георг Вильгельм Фридрих. Однотомник с золотым обрезом. Покажите. Вообще-то мы однотомник только женщинам предлагаем. Но если вы хотите... Вениамин, у нас покупатель. Нет. Спасибо, не надо. Не надо. Не нужен нам Вениамин Гегель.